Метро «Вагонмаш» – это не просто предприятие с более чем вековой историей, но и символ устойчивости, инноваций и традиций в нашей стране. А все началось 126 лет назад. За это время было изготовлено более 10 тысяч вагонов, которые перевозят 16 миллионов пассажиров. По техническим характеристикам, дизайну и комфорту для пассажиров и машинистов мытищинские вагоны не уступают мировым конкурентам, а по некоторым параметрам даже превосходят их. В августе головной вагон метро «Москва-2020» был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину в рамках выставки «Станция Манеж». Жители и гости столицы тоже успели оценить его преимущества. Ежегодно московское метро пополняется современными вагонами. В следующем году здесь появится новая модель «Москва-2024» с уникальным дизайном. В 2023 году, во-первых, мы продолжили активную работу по реализации наших двух крупнейших контрактов. Это поставка вагонов для Москвы, разумеется, и поставка вагонов для Санкт-Петербурга, которые мы проводим в кооперации с Октябрьским электровагонремонтным заводом, находящимся в Санкт-Петербурге. Основную сборку делаем мы, для сборки осуществляет Октябрьский электровагонремонтный завод, который также входит в «Трансмашхолдинг». Из интересного, мы заключили контракт с Минским метрополитеном на поставку порядка 10 составов метрополитена, сейчас в обсуждении, для Минска. Тоже интересный проект. По словам генерального директора Андрея Степнова, главная гордость завода – это его люди. Добросовестный труд коллектива «Метровагонмаш» позволяет предприятию сохранять конкурентоспособность в России и на мировых рынках, справляться с любыми задачами, делать профессию машиностроителя образцом ответственности и высокого профессионализма. «Метровагонмаш» – это крупнейший в Европе завод по производству вагонов метро, и, естественно, работающие у нас люди – это люди, обладающие уникальными компетенциями. Таких людей нет. Начиная от всех переделов, это и сварка, это и сборка, это электромонтаж, это наладка. Люди, которые полностью привержены своему делу, работают со всей душой, очень переживают и болеют за качество выпускаемой продукции, на которых мы можем полностью положиться. «Метровагонмаш» вносит свой вклад в популяризацию рабочих профессий, приглашая школьников и студентов на экскурсии и стажировку. 17 лет назад на практику сюда пришел Алексей Коршунов. За 17 лет сначала был учеником слесаря, учеником сверловщиком, там на агрегатных станках работал, потом уже мастер, начальник участка, повышен до замначальника цеха, начальником цеха, и вот в 21 году заместитель директора по производству. Трудовая династия Алексея Коршунова насчитывает около 200 лет. С «Метровагонмаш» связали свою судьбу дед, дядя, братья и сестра. Семья гордится, что причастна к одному большому и важному делу. У нас недавно в детском садике вешали некий плакат, такой обзорный по мытищам. Вот, и там одной из строк, естественно, было упоминание о заводе. Вот у меня дочка на неделю ходила, пальцем показывала, что вот здесь у меня папа работает. Работников завода привлекает стабильная конкурентная зарплата, социальный пакет и возможность карьерного роста. Еще один повод для гордости всех заводчан – это диплом лауреата премии правительства России за качество, безопасность и комфорт подвижного состава. Над этой задачей трудятся более 1000 специалистов высокого уровня. Алексей, а сколько человек у вас в подчинении? В прямом подчинении у меня 7 начальников цехов. Всего в дирекции у нас 1570 человек порядка. Даже, наверное, по именам всех не знаете? Как минимум с третью лично знаком. Две трети знаю в лицо. Для каждого сотрудника День машиностроителя – это особенная дата в году, и 2023 не станет исключением. Традиционно это большой праздник – награждение лучших заводчан. Ведь благодаря опыту, команде, профессионалов и стремлению к развитию завод продолжает укреплять свое положение на рынке и вносить свой вклад в развитие страны. Татьяна Горностаева, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.